мир охватила пандемия, коронавирус, и для многих компаний это серьезная проблема. Но группа компаний SkyWay продолжает работать в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шарже. Мы строим там инновационный центр нового вида транспорта, SkyWay. И к этой работе привлекаются уже специалисты более чем из 20 стран. И то, что мы делаем сейчас в инновационном центре в Шарже, это видна строительная часть. Видно, что мы ставим опоры, заливаем фундаменты, бетон, станции строим, вокзалы, стрелочные переводы и путевую структуру предварительно напряженную, струнную, им уже 400 метров, так первые дороги уже построили тестовой. Но это строительная часть, она тоже очень важна для сертификации, потому что если мы это не сделаем в том виде, как оно пойдет в серию, то мы, естественно, не сертифицируем. Но есть еще та часть, которая не видна, часть работ, которая не видна в Шарже, это машиностроительная часть, которая делается здесь, в Беларуси, в городе Минске, на нашем производстве. И сзади меня идет сборка одной из машин для как раз инновационного центра в Шарже. Это подвесная машина, и здесь в данном случае это ходовая тележка, которая будет унифицирована и использована для пассажирского грузового транспорта, в частности для 25-местных юнибусов, которые могут быть составлены в поезда вместимостью до 200 пассажиров, и для грузовых машин, в том числе для перевозки больших грузов массой до 35 тонн и длиной до 12 метров, это в частности морские контейнеры. И поэтому фактически уже сертификационная работа пошла, хотя мы еще не завершили строительство, но уже идет сертификация этого транспорта. Потому что мы используем сертифицированные узлы, элементы и спроектировали так, чтобы это отвечало международным требованиям, нормам в области транспорта, колесного транспорта. Это колесный транспорт. И поэтому мы уже в начале следующего года должны сертифицировать вот это направление струнных технологий. Я стою сейчас у ходовой тележки нашего подвижного состава, который положен в основу и юнибусов подвесных 25-местных, и грузового транспорта, в том числе для перевозки юниконтов, для перевозки контейнеров морских весом до 35 тонн. Это совершенно инновационная машина, мы даже видим вот по элементам, по узлам. Вот это, например, так называемое мотор-колесо. При этом двигатель мощностью 60 кВт вынесен за пределы колеса, вот колесо, для того, чтобы не передавать удары, колебания, вибрации на двигатель. И поэтому он соединен полуосью. И здесь есть дисковый тормоз. Здесь размещены подшипники и ступицы. И поэтому это на самом деле мотор-колесо. Их 4 у нас на тележке. И поэтому суммарная мощность больше 200 кВт. Это достаточно, чтобы двигаться на такой машине весом до 10 тонн со скоростью до 150 км в час. Здесь рама, на которой размещено все оборудование, которое будет подрессорено относительно кабины с пассажирами или рамы, где будет перевозиться груз. При этом сама тележка, она тоже подрессорена, имеет пневмоподвеску, которая регулируемая. То есть мы будем заезжать в станцию и пол в пол, то есть уровень пола в машине, в юнибусе и в станции будет всегда на одном уровне, независимо от того, сколько пассажиров зайдет, потому что подвеска регулируема, и машина может либо приседать, либо наоборот подниматься. И при этом она будет тоже реагировать на неровности пути, и подвеска будет подстраиваться, в том числе под неровности пути, чтобы была высокая плавность хода. Это вот система охлаждения. Так, потому что здесь идет тепловыделение, и система охлаждения должна работать в тропиках, где температура может быть 50 градусов, а под капотом может быть даже 60 градусов. Да? И поэтому, естественно, тут должна быть мощная система охлаждения. Есть накопитель энергии, то есть у нас питание от электросети, от колес.
от рельсов, потому что рельсы у нас изолированы друг от друга, это опор, и плюс-минус там постоянный ток с напряжением порядка 750 вольт со штатным напряжением. Но есть еще аккумуляторная батарея. Если в случае отказа и обесточивания системы, на нем можно проехать где-то порядка 100 километров, доехать до станции, там, до депо, и какое-то время еще работать, даже если будет линия обесточена. Можно еще там посмотреть. Тележка подворотная, это тоже наша инновация. На железнодороге тележки не управляются. И там колесная пара. У нас нет колесной пары, у нас кадоколесо независимое. Кадоколесо. И поэтому тележка имеет гидравлический привод для поворота. И поэтому машина будет автоматически держать колею без касания гребнем, как на железнодороге, рельсом. То есть качение колеса будет всегда устойчивым, и колесо будет катиться по центру рельса. Так, поэтому есть у нас и пневматика, это компрессор, есть и гидравлика, это гидравлическая станция, и блок управления, ну, силовой самой машины. Поэтому, как видим, даже по основным элементам, это, ну, очень сложное инженерное сооружение. И это очень серьезная инновация, и вот такого надежного, такого экономичного, такого эффективного транспортного средства в мире больше нет. Мы можем с уверенностью сказать, мы лучше всех в плане подвижного состава, его эффективности, безопасности, там есть противосходная система, в частности, его экологичности, разработанной электрической энергии. И его долговечность.